Друзья, всем привет, с вами Зомби. Сегодня уже мы можем превратить наш праздничный каток. Давайте прям не томить, а сразу это сделаем. Игра, если что, Клондайк Адвентурес. Так, я немножко забыл сделать скриншотик. Сейчас я его сделаю. Вот так вот поставим. Так. Ну, в общем, мы открыли первую часть подарка, первую стадию, и получили несколько энергии. Так, вторая стадия яблока, третья стадия лисички, бла-бла-бла, давайте что-то интересное хотя бы. Четвертая стадия фигня, но здесь уже получше, но все равно. Для чего мы его строили, пока не понимаю. Так, время, получили предметы коллекции, клей, бабочки. Еще дали 10 энергии. 10. Отлично, там вроде еще изумруд дали. Там дают ресурсы, дают лед, дают коллекцию бабочек, одну серебряную пулю. Но серебряная пуля это уже хоть что-то. Три льдышки, энергия, динамит. Но льдышки нам зачем нужны? Чтобы ускорять производство нашей энергии. То есть, по идее, мы тратим энергию для того, чтобы получить потом энергию. Окей, идем дальше. Так. Но здесь уже 15 энергии дали. Это прям уже что-то. Так понимаю, перед последнюю стадию открыли, нам дали опять 10 энергии, сладости, удобрения, ускорялки, 3 изумруда, огонь и металл. Если честно, я бы его вообще не строил, если бы не давали декорации. Напишите, кстати, свое мнение в комментариях, очень важно. На последней стадии нам дают вот эту самую праздничную декорацию под названием предпраздничный каток. И она нам дает 35 раз по 200, по 20 энергии. То есть 200, 600, 700 энергии мы получим плюсом. Но, кстати, это плюс, да. Потому что я думал, нам просто дадут декорацию и все. А нам, выходит, дают конкретную декорацию, которая нам еще дает энергию. Если это все еще не превратится в декорацию, я тогда не знаю, что делать. Ну, скорее всего, здесь мы точно получим какую-то декорацию. И конкретно строить вот такие вот подарочки, и сейчас, и в будущем, и вообще во всех смыслах, стоит только ради того, если вы полностью сможете построить последний уровень. Если вы не можете достроиться до последнего уровня, я бы вам даже не советовал начинать строить конкретную декорацию, либо что-то подобное. В общем, праздничный каток нам дает сладкий напиток. То есть в сумме получим мы 700 энергии. И получим в конце такую вот прикольную декорацию. Это все стоит только проходить ради декорации. Ну и ради энергии, соответственно. Энергия плюсом идет. Если вы не уверены, что вы сможете построить последнюю стадию, то лучше забейте на все это дело, готовьте энергию к новогодним каким-то приключениям. Да, в общем, спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем удачи.